Так, раз, два, три, проверка связи. Ребята, я надеюсь, меня слышно. Попытка номер два записать подкаст по итогам шестого тура дивизиона имени Максима Игнатьева, он же Массимо Игнатини, он же легенда деталей ремонта, диспетчер деталей ремонта. К сожалению, почему-то не записался у меня звук, хотя проверял я несколько раз перед записью, как и всегда, в общем-то, это делаю. Проверял я перед записью звук, и, соответственно, сейчас я отсматриваю час записавшегося видео эфира, а там нет звука, поэтому попытка номер два. Я надеюсь, что сейчас он нет, потому что если его не будет и по итогам этого видео обзора, ну, я откажусь от работы, я просто вскроюсь, повешусь и что-нибудь с собой точно сделаю. Поэтому всех приветствую. С вами у микрофона традиционный Николай Дмитриев, поэтому сейчас мы будем пробовать еще раз записать этот видеообзор. Зато я уже поправил ошибки, я уже познакомился с голами, я уже, в принципе, набросал для себя кандидатов на сборную тура. Очень хочется для вас быстро закрыть, соответственно, итоги шестого тура и отправиться всем отдыхать, потому что я за эти шесть туров устал, я хочу отдохнуть, я хочу так же, как и вы все, отдохнуть, хотя я думаю, что, например, какое-то количество людей точно работает в новогодние праздники, им силы и терпения. Надеюсь, что со второго раза все получится. Давайте, соответственно, уже переходить сразу к результатом я уже все для себя, значит, выписал. Результаты вы смотрите на ваших экранах. Кстати, пока не забыл сразу. Огромное спасибо вам за обратную связь и за донаты. Сегодня Бикс купил новый микрофон. Он мне уже скидывал записи с него звука. Очень круто. Ну, петличка тоже на самом деле справляется. Хотя вот, как сейчас показала практика, почему-то не записался звук. Я надеюсь, что сейчас он записывается. Я очень на это надеюсь. Скидывал Бикс мне звук с нового микрофона. Это конфета, ребята. Он специально для подкастов. Он ставится на треногу. И звук с него действительно отличный. Поэтому вот это все. Это благодаря вам. Мы попросили техническую часть, а вы ее реализовали. Огромное спасибо. Я думаю, что в дальнейшем мы просто будем оставлять реквизиты для вас, если вы хотите порадовать, например, меня. Ну, учитывая, что для вас я веду эти обзоры, вы можете, соответственно, отправлять деньги мне, если вдруг вы хотите через мои реквизиты, ну, потому что никто больше просто не указывает реквизиты. Но это, естественно, согласовано с начальством. Это не, ну, не так, что вот, да, я вот сейчас вдруг решил, что там я прикрепляю свои реквизиты, вы обязаны отправлять мне деньги. Нет, ни в коем случае. Как бы это все было согласовано с Пашей, и если вы, например, хотите поблагодарить, я не знаю, Бигза за судейство. Просто мне закинули, написали Бигзу за отличный матч. Например, я не знаю, там, оператору за красивый обзор. Например, да, Паше за то, что там он Павел Алексеев. Там. Все, я все передал, ребят, поэтому дальше, я думаю, что мы будем действовать так. Диме Губскому огромное спасибо за хромакей. До конца сезона он нам его подогнал. Еще не разбирался, ну, нет времени. Он остался в Питере, соответственно. Я для вас, кстати, не сказал веща из прекрасной республики Башкирия. Приехал я сюда к отцу на новогодние праздники, чтобы отдохнуть, пообщаться, соответственно, с папой и провести с ним время. Вот, поэтому возвращаться в Питер. Буду разбираться с хромакеем. Вернусь уже 5 января, соответственно. На седьмом туре мы с вами увидимся. И после этого я для вас запишу видеообзоры седьмого тура. Ну, соответственно, всех дивизионов, в которых я работаю. Постараюсь с хромакеем. Ну, как минимум, точно с новым микрофоном, который сегодня Бикс на ваши донаты, ребята, купил. Прошу прощения. Не все, не могу никак я выздороветь. Уже вторую неделю, к сожалению, что-то со мной происходит. Активно стараюсь уже победить болезнь. Вот, поэтому, ребят, еще раз огромное спасибо. Давайте переходить, соответственно, к обзорам шестого тура дивизиона Игнатьева. Если еще что-то захочу сказать, обязательно вам скажу. Первый матч — бронепоезд Поп. Да, здесь я уже выделил лучших игроков, ну, потому что, соответственно, второй раз я прям подряд записываю этот обзор. Вот, давайте, соответственно, смотреть. Ошибки я тоже проверил, поэтому на это мы время тратить не будем. Давайте все быстренько с вами сейчас сделаем. Очень я надеюсь, что звук записывается, составы на ваших экранах, да. Но мне зато легче будет, потому что я уже не буду делать большие паузы, да, перед тем, как формулировать свою мысль. Работаю я активно над ораторским искусством, да. Хочу вещать для вас не хуже, чем я пишу. Поэтому составы на ваших экранах. У Питера Outboys все те же ребята. У бронепоезда тот же состав, что и в прошлом туре побеждал ФК Ночь. К сожалению, в этот раз ребятам не удалось продемонстрировать такую же игру, как в прошлом туре, в победном матче с Ночью.
И коллектив очередной раз, к сожалению, для меня проигрывает. Ну и для себя, я думаю, тоже. Паша Кудрявцев провел хороший матч. Братишка нам покушать принес. Паша заказал еду из KFC. Абсолютно сделал это на... вот здесь переживаю за здоровье Карпука. Это Дима. Это Дима. Вот сейчас забьет Костя. Сейчас забьет Костя. А это был Дима. И у нас в протоколе ошибка. Я ее уже поправил. Максай учится, значит, он, видите, да, на камере, это Костя, забил, в протоколе все исправлено, Максай учится работать с протоколом, что заметно мне жизнь упрощает, потому что автоматика выдает из протокола все на онлайн, а я там уже, соответственно, правлю описание и пишу для вас, как был забит гол или просто какие-то итоги по матчу, соответственно. Атакует бронепоезд здесь, давайте я сейчас пока не забыл, повторно открою у себя итоги тура, протоколы. Протоколы 6-го тура, да, вот у меня уже открыто, даже закрытие не успел. Расстроился, что не записал, но зато уже посмотрел видеообзоры, делаю это второй раз с огромным удовольствием. Ребята, я смотрю на вашу игру. Паша Кудрявцев, закончу, да, я все-таки мысль, здесь Дима Гайнулин просто в пустые ворота ему оставалось попасть, что он и сделал, устанавливая счет на виртуальном табло 2-0 на 12-й минуте. А Паша Кудрявцев на альтруизме. На альтруизме он нам исключительно благотворительно подогнал еду мне, судьям. Поэтому, Паш, огромное спасибо. Ни копейки с нас за это не взял. Как бы я не хотел ему, значит, отправить эти деньги за еду. У Максая и у Бигза, как и у меня, собственно, в воскресенье это абсолютный рабочий марафон. С самого утра ребята вообще с 9 утра работают, я с 11. И, соответственно, до позднего вечера, только в 12 часов мы в субботу и воскресенье домой приходим. Поэтому еда для нас это важно. Просто банально даже не то, чтобы купить ее, нет банально времени ее употребить. Вот, поэтому Паше Кудрявцеву огромное спасибо. Еще раз, мы уже возвращаемся непосредственно к игре. Отмечу я отсутствие Славы Малиновского в составе бронепоезда. В первый раз я это не заметил. Кстати, здесь отличный момент, по-моему, Балыкин это был, да, и реализовывает... автор гола сумасшедшего на прошлой неделе, автор гола тура, между прочим, Никита Балыкин, за гол пятка в стиле Жерми Менеза. Здесь именно Константин, да, все верно, в желтых носках это Костя. Теперь они решили над нами издеваться, они оба надели компрессионное белье длинного кроя, так скажем. И здесь Миша Куликов в пустые ворота после привоза Антонова в пустые ворота попадает, соответственно. Они решили, да, теперь только носками и кроссовками различаться, но Паша Кудрявцев меня поправил, да, то, что первый гол забил Костя, соответственно, так я вычислил, что в желтых носках это Костя, и, соответственно, после этого уже ошибок в протоколе, в общем-то, и не было. Вот, атакует здесь бронепоезд, наверное, не заслужили они абсолютно такое поражение крупное. Здесь вот Паша Кудрявцев здорово спасает. Я думаю, что вполне мог быть счет менее крупным. Еще одна атака бронепоезда. Здесь просто в открытый угол, да, на который уже, в который Паша не успел переместиться, соответственно, не попадает игрок бронепоезда. Не видел я, к сожалению, кто это был. Продолжает Питер Олд Бойз атаковать ворота бронепоезда. И вот здесь отличная комбинация. Здесь сейчас, по-моему, будет худшие 10 секунд в истории футбола. Если я не ошибаюсь, как помните, то видео мемное, где в АПЛ ребята не могли никак попасть по мячу. Да, вот это именно тот момент. Какой-то сумбур, непонятный сумбур, который монтажер решил вставить вместе с оператором в обзор. Но они люди творческие, они так видят. А, в общем-то, Слава Малиновский был на игре. Вот сейчас я заглянул в протокол. Я просто, смотря на поле, да, вот Слава, в общем-то, да, просто в воротах он обычно действует, но Антонов вратарь подъехал, поэтому Слава играл в поле. И я просто банально его не заметил даже, представляете? Ну, перед Славой я, конечно, прошу прощения. А тут правобережный Ромарой с передачи Кости Карпука, Федя Фукалов, здорово реализует один из своих моментов. Антонов в шпагате здесь пытался мяч отбить, но не получилось у него это сделать. Балыкин снова по флангу сейчас продвигался, но в дальний угол не попал. А вот жаль, потому что если бы он счет сократил, могло бы все в этой игре по-другому пройти. Но если бы ДКБ, а со слагательного наклонения в футболе нет. И Федя Фукалов здесь после передачи Димы Карпука, да, все верно.
реализует свой момент. В дальний угол направляя мяч, в противоход вратарю. Все, классно сделал здесь. Вообще вопросов у Феди никаких нет. Рад я видеть его в составе Питер Роуд Бойз. Ну, такая банда из Парадайза, да, собралась в, соответственно, побе. Вот. Оксану Жукову вы могли сейчас видеть на ваших экранах. А Бронепоезд забивает гол престижа на 44-й минуте. Жаль, что так поздно, потому что, повторюсь, если бы чуть раньше бы, возможно, все по-другому бы пошло. Балыкин здесь здорово с носка. Автор гола тура прошлого с носка отправляет мяч в угол ворот Кудрявцева. Но лучший бомбардир Кубка Лиги Паша Синягин. Договорились, раз мы ему не дали такую награду, но она просто не была предусмотрена, по секрету вам скажу. Мы будем в каждом туре, в каждом обзоре, в каждом онлайне писать, что Паша Синягин автор, лучший бомбардир Кубка Лиги. Одного из. Бронепоезд здесь проводит атаку. Немногочисленную, в штангу попадает. Не так много их было на самом деле в этом матче. Гораздо больше атаковали ребята из Питер Олд Бойз, хотя вот сейчас Бронепоезд мог второй гол забивать, но Паша Кудрявцев на ленточке был прекрасен, и Паша провел отличный матч, и я думаю, что один из номинантов он на попадание в сборную тура, но давайте смотреть дальше. Игроков лучших в матче я уже отметил, здесь я выбрал Федю Фукао в составе Питер Олд Бойз и Антонова в составе Бронепоезда. Регион Хаустрой Альянс, вторая встреча шестого тура дивизиона Макса Игнатьева. Второй раз в истории противостояния побеждает регион Хаустрой. Так легко на самом деле формулировать мысль, когда ты все это уже смотрел и повторяешь все то, что ты говорил в первый раз на самом деле. Вот поэтому работаю над своим ораторским мастерством и, соответственно, продолжаю совершенствоваться. 4-2 победил регион Хаустрой. Не было такого предчувствия, как я и написал в кратких итогах тура, что Альянс может в этой встрече зацепиться за ничью или победить. Хотя, несмотря на то, что на 33-й минуте счет был равным, регион действовал лучше, регион действовал дисциплинированнее, и регион здорово сыграл. В этом сезоне у них многое получается, и я надеюсь, что наконец-то ребята до топ-3 доберутся. Составы на ваших экранах. Немногочисленная заявка у Альянса, и тут даже считать не буду. Много человек у регион Хаустроя, чтобы не затягивать эфир. Вы сами посмотрите на нашем замечательном сайте, если у вас будет такое желание. Приветствие команд. Максай здесь показывает на часах. Не придумал я шутку, поэтому вот если вот вы придумаете, напишите в комментариях, что мог Никита Максаев показывать в тот момент на своих часах, несмотря на то, что второй раз я это записываю, шутку так и не придумал. Все, стартуем. Здесь Серега Гергель отлично проводит этот сезон. Он был только что на ваших экранах. Вратарь регион Хаустрой, вратарь Фарта в формате 6-6. Серега здорово играет в этом сезоне. Единственное, что периодически ошибается при выходе из ворот подключением в атаку. Но надеюсь, что этот аспект он справит. Здесь, если что, это Баха забил, кстати. Да, если вы вдруг сомневались. Если что, это Баха, Бахтияр. В своем излюбленном стиле, да, такой низкий центр тяжести у Бахи, маленький размер ноги, как у Роберто Карлоса, у него же был 36-37 размер, и вот у Бахи точно так же, его пушки вы можете просто открыть паблик премьер-лиги и посмотреть, там он в топах недели чуть ли не каждый раз попадал в них, и там его вот эти дальние попадания, просто радиоуправляемые по девяткам, пожалуйста, вот и сейчас Баха счет, получается, у нас открыл, все верно, если я не ошибаюсь. Потому что все смешалось уже в моей голове. Нужны мне пару деньков отдыха. Квитко здесь отлично, кстати, тоже матч провел. Вот если бы в ничью хотя бы сыграл Альянс, вполне возможно было бы Костю взять в сборную тура его ворота. Но, к сожалению, Альянс проиграл. Но Костя очень много мячей отбил. Пока вы наблюдаете за атакой региона, я открываю у себя протокол и, да, нахожу его. Сейчас гола не будет. Здесь Костя Квитко, да, под радостные возгласы Артура Котец. Соответственно, мяч этот отбивает. Классный сейв, я его четко помню.
Продолжает атаковать регион, что-то спасает Костя Квитко, где-то региону просто не везет, где-то не хватает мастерства, чтобы момент реализовать. Вот, смотрите, гол Жени Пугача, Серега Гиркель здесь закидывал, никто его встречать не выдвинулся, вот так покрутил, покружил, и дальним ударом своего коллегу по вратарскому цеху огорчил. Мало кто знает, что Женя Пугач играл в чемпионате города 5 на 5 именно на позиции вратаря. Вот вам такой интересный факт, если вдруг не знали. Не лучшим образом здесь сыграл Костя, но я думаю, что просто из-под защитника не видел. Тут либо надо было накрывать, либо, ну, дальше стоять от него, чтобы вратарь видел этот мяч. Вот, поэтому здесь небольшая помарка, но, тем не менее, счет становится 1-1 на 22-й минуте. Регион продолжает атаковать. Повторюсь, много моментов было у оранжевых, и первый момент подходит, соответственно, к концу. Кстати, интересно будет сравнить сейчас, насколько быстрее я для вас провел вторую попытку обзоров, соответственно. Потому что второй раз я это записываю. Первый раз получился 59 минут 40 секунд, если не ошибаюсь. А здесь Олег Ефимов на ошибке подкараулил Костю. Пошел в прессинг. Костя, мне кажется, просто здесь банально не придумал, что ему делать. Пытался свою ошибку исправить, но Олег Ефимов был хладнокровен. И здесь в пустые ворота осталось лишь ему попасть. Такой мастерюга, как Олег, уж точно по пустым воротам с двух метров попадает. Хотя будет в этой же игре момент. Ну, правда, гораздо более тяжелая здесь там ситуация была. Он не попал. Потом, позже к этому. А здесь Эл Шамионов на 33-й минуте под ошеломительные крики радости и счастья со стороны бригадного женского подряда болельщиц Альянса. Вот, ну, очень нравится мне этот момент. Каждый раз я просто своей этой душевной болью делюсь, что возвращаюсь я домой один и устал от этого одиночества. Вот очень я парням завидую, что девчонки приходят и болеют за ребят, радуются, кричат. Это круто, это, ребят, большой респект девочкам, большой респект вам. Это же мечта из детства буквально, чтобы твоя девушка, ну, или половинка, жена, да, неважно. Вот, кстати, Олег Ефимов не забивает в пустые ворота, но здесь просто сильный мяч летел. Это же мечта из детства, чтобы она приходила и смотрела на то, как ты играешь в футбол. Вот, продолжаем, значит, наше действо сие. Костя, ну, отличный матч, просто отличный матч, нас спасал. Здорово, но здесь из-под защитника, даже не из-под защитника, из игрока региона не увидел, как мяч от Алексея Илларионова пушечным выстрелом летел в ворота с носка. Паша Кузнецов ему давал с углового, и здесь вот вроде по центру ворот, но так сильно летел мяч, и Женя Пугач здорово обзор своему коллеге перекрыл. И регион забивает третий гол, а там дальше будет еще куча моментов, кстати, несмотря на то, что это уже 41-я минута, очень много моментов. Вот здесь Альянс мог делать 3-3, да? То есть, если тебе не везет, если у тебя мало моментов по ходу игры, все равно могли сравнять счет Альянс. И в любой отдельно взятой игре одна команда может обыграть любую, например, ну, вспомните матч Рубина и Барселоны, соответственно, где Рубина Кампнова обыграл Барсу. Я думаю, что этот матч уже наизусть знают поминутно. Вот, здесь не забивает, а да, здесь забивает, в следующем моменте, по-моему, не забьет Олег. Здорово, Женя Пугач, отличная комбинация. Женя Пугач пяткой отдавал на Олега. Олег здорово открывался, вообще классно все здесь получилось. И между ног, да, как будто бы единственный верный вариант. Но обыгрывать еще можно было, но там Эл Шамионов догонял уже Олега. Вот, так тот матч, значит, Барса и Рубина, думаю, поминутно уже знают, с выстрелом Рязанцева. Поэтому, к сожалению, Еврокубки мы не можем наблюдать ввиду понятных причин, и в штангу с Олег Ефимов попадает, поэтому этот матч периодически по Матч ТВ крутит, мне кажется, каждую неделю. Нажимая на наши ностальгические нотки. Еще один момент у Олега Ефимова сейчас будет, и второй раз в штангу попадает Олег, буквально, ну, за минуту-две. Так случилось, что такой мастер, как Олег, не смог реализовать свой момент, но, правда, он забил, ну, не победный гол, но гол, который уже поставил окончательную точку в победе региона. А здесь Костя еще один отличный сейв сделает. Я его взял в расширенный топ моментов на этой неделе. Потом будем выбирать, соответственно, насколько он заслуживает попадания, насколько много будет моментов, и выберем самый яркий из них. Второй матч подходит к концу. Быстро у нас так достаточно живо идет. Я опасался, что, к сожалению, будет все это происходить долго. Расстроился, соответственно, что приходится перезаписывать, но технические неполадки бывают, к сожалению. Я пошел спокойно с отцом покушал, соленья никто не отменял. Вот, к отцу, к бате в гости приехал, все, меня накормили, поэтому счастливый, с полным желудком пошел, соответственно, свою работу выполнять и перезаписывать. Вот вы можете смотреть авторов голов и, в принципе, участников матча.
Если захотите, зайдете на сайт. Если нет, поставьте сейчас на паузу и посмотрите. Мы затягивать не будем. И, соответственно, переходим к СР Крюгер. Матч, третий матч 6-го тура дивизиона Максима Игнатьева. Нравится мне такой живой обзор. Нравится то, что мысль у меня льется. То, что я не запинаюсь, не делаю больших пауз. И это здорово. Здесь я также, кстати, забыл я там указать. Ну, давайте, да, быстренько я вернусь вот сюда. А лучшие игроки матча, да, здесь у меня Костя Квитко безоговорочно. Лучший в составе Альянса был и Олега Ефимова я выделил лучшим в составе Легион Хаус Строя. Все, теперь точно закрываем. КСР Крюгер. Давайте, соответственно, смотреть матч непосредственно, а потом сделаем просто небольшой итог по его... Итогом получается, да, ну, чтобы не повторяться, по его результатам. Давайте так. Составы на ваших экранах. Здесь Якимовы, здесь один Владимиров, да. И, соответственно, у Крюгера вся эта банда из Медвежьей Лапы. Михаил Середняков, вот он на ваших экранах. Ему ума хватило, чтобы ребят пригласить. И, возможно, это будет такое решение, стоит ему победы в дивизионе Максима Игнатьева. Я ставлю на поп. Я ставлю на поп, если ребятам будет со мной интересно, можем даже поспорить. Ну, ни в коем случае я к этому Крюгеру не буду относиться по-другому. Также уважаю и Крюгер, и поп. Просто мне кажется, что именно поп выиграет чемпионат. В любом случае не хочется сглазить, поэтому всего лишь мое предположение, мой прогноз, с вашего позволения, как ответственный дивизиона, я такое предположение сделаю. Максим Щедрин не приезжает в своих прекрасных камуфляжных штанах. Здесь ему отдает передачу Максим Якимов, если не ошибаюсь. Все никак не могу я запомнить их по именам, по фамилиям прекрасно помню. Вот по именам, кто Максим, а кто Дмитрий. Сейчас будем разбираться, пока вы наблюдаете за атакой Крюгера. Здесь правобережный Райан Рейнольдс с передачей Влада Тамазова. Счет сравнивает. Прекрасное взаимодействие у ребят и в плане юмора, и в плане игры. Я думаю, что не одну сотню игр они вместе провели. Ну, как минимум не один десяток точно. Смотрю я на Якимовых, и получается, что в первом моменте, да, все верно, именно Дмитрий отдавал. Максим потом встанет в ворота, когда случится удаление Парамонова, к сожалению. Но давайте форсировать события не будем, и потом это вместе с вами посмотрим. Здесь Регачный с передачей Витя Субачев, с передачей Андрея Регачного. Выводит Крюгер на 10-й минуте вперед, спустя буквально, ну, минута, да, там, наверное, даже минуты не прошло, и вперед выходит Крюгер. Не было в составе КСР Игоря Деньгина, да, вот это в глаза мне бросилось и в первый раз, и сейчас я об этом вспомню, что стоит упомянуть. Но и без него КСР создавали классные атаки с командным взаимодействием, я вам еще об этом упор сделаю чуть позже. Здесь братья забивают, классно, именно здесь Максим поражает ворота. Крюгера почему-то наоборот мне показалось, что это Дима отдавал передачу Максим, но нет, все, запомню я, ребят, и, соответственно, Максим встанет потом в ворота и пару классных сейв даже сделает. Прошу прощения. Вот, помимо Деньгина, Волкова не было еще в составе. КСР здесь классный сейв Захарова, да, вот так вот. Курьезно достаточно получилось. Но Волков и не так часто ездил, в отличие от Игоря Деньгина. Игорь Деньгин, по-моему, вообще ни одну игру не пропустил до этого момента, да. И здесь вот, к сожалению, привоз Щедрина. И вполне закономерная красная карточка. Фол последней надежды. Не знаю, там правила сейчас меняются каждый день в мини-футболе. Ну, изменяется здесь Парамонов, конечно. Но не хотел он фолить, мне кажется. Ну и понимал, что вот, да, все-таки движение какое-то делал. Хотя вроде и на месте стоял. Но нет, мне кажется, все-таки... Красная карточка блокировала он путь к воротам Михаилу Середнякову. И Макса здесь Кирилл Прокудин чуть не ломает штангу, потом об нее ногу и в пустые ворота не забивает. Мой любимый игрок в правобереге, между прочим. Вот достаточно курьезно. Гол не успеваю. Я даже какие-то промежуточные итоги для вас подвести. Потому что Андрей Регачный с передачи Константина Соколова вот так курьезно гол забивает. Здесь, мне кажется, ну немножко расслабленно действовал Максим. Можно было чуть ножки подсогнуть, по вратарскую стойку встать. Ну и, соответственно, не профильный вратарь. И пару сейвов потом действительно, как я уже и проанонсировал, сделает. Атака КСР, отличная передача Родионова, но вот Лемницкий не реализовал свою возможность. А жаль, потому что счет мог стать 3-3, но после этого отрезок в 6 мячей подряд Крюгера с 26 по 46 минуту. Соответственно, вот мы смотрим как раз здесь. Влад Тамазов забивает с передачи
Виктора Субачева. Сначала показалось мне, что Щедрин сделал такое, ну, касание мяча серьезное, но нет, по-моему, там даже он едва ли коснулся голени, и здесь, конечно, голевую на Витю мы не имеем права не засчитывать, но, в общем-то, я этого и не хотел делать. Один вопрос у меня только к КСР. Почему, если есть в составе Щедрин, то нет Салтыкова? Этот вопрос остается открытым, он скорее риторический. И пока на вас надвигается каламбуря из моих уст, мы смотрим атаку КСР. Ну, были моменты, кстати, у ребят, чтобы сравнять, но они еще более такие четкие будут позже, потому что прям классно разыгрывали. Мне очень понравилось командное взаимодействие. Вот как будто бы, да, Игоря Деньгина бы сюда, и все, и у них бы... Получалось очень... Вот, смотрите, какая классная атака, но она не заканчивается голом. Здесь Захаров на месте и выручает свою команду. Вот, Игорь Деникин мог стать связующим звеном, но, к сожалению, отсутствовал он. Ждем его уже в новом году. И вот Тамазов здесь, в передаче через все поле, в исполнении Ригачного с двумя дефисами. Он написан. Ну, здесь просто, я уверен, монтажер ошибся, как бы, я думаю, что-то при копировании протокола в монтаж видео что-то произошло, поэтому, соответственно, в протоколе все, конечно же, правильно. Вот, видео мы уже никак исправить не можем, поэтому, ребят, уж я надеюсь, Рига не обидится на нас. Влад Тамазов здесь после передачи Константина Соколова делает 6-2. Здесь ему Андрей Ригачный говорит, что вау, Влад, какой сумасшедший голешник. Он ему отвечает, ну ты же просил почаще бить, вот я и делал. В общем, ребята, в удовольствие, на позитиве, на юморе. Отсюда соответствующий результат. Иногда, чтобы пришел, соответственно, результат, прошу прощения за тавтологию, нужно просто немножко расслабиться и выдохнуть. Вот такой вам небольшой лайфхак. Иногда слишком напряжены вы, а не надо этого делать. Очередная атака. Здесь дважды спасает. И еще Лемницкий помешал, да? Но Соколов все-таки этот мяч внес в ворота. Вот здесь классно дважды Максим свою команду выручил. Но, к сожалению, для него он все-таки... Мяч в ворота зашел. На виртуальном табло ознаменовался счет. И сейчас еще Леша Корытов. Хороший момент. Вот здесь он пошел в прессинг. Не здесь. Прошу прощения, да. Опять я форсирую события. Здесь Захаров выручает. И, по-моему, вот как раз сейчас Захаров будет закидывать мяч вперед. Вот здесь Родионов, да, пойдет в обыгрыш. Корытов здесь у него чисто отбирает. Родионов его бьет откровенно по ногам. Здесь можно было даже желтую карточку, мне кажется, ему выписать. Но Максай пощадил. Леша здесь отлично сыграл. Не стал падать, не стал рисовать ничего. Удержался на ногах, устоял и в дальний угол. Здорово мяч отправил. Хотя мог с Кириллом Прокудиным еще в стеночку сыграться, мне кажется. Но, тем не менее, гол. Поэтому победители не судят. И, соответственно, счет 8-2. Но после этого ребята из КСР, молодцы, они не бросили играть. Они пошли, забили два очень симпатичных гола. Вот сейчас, по-моему, как раз один из них. Смотрите, раз передача, два передача. Нет, не здесь, значит, не здесь. Да, снова тороплюсь я. Давайте мы посмотрим внимательно. Щедрин здесь отбирает. Здорово находит Родионова на бровке. Родионов в центр, Щедрин во фланг. И, соответственно, вот Илья Владимиров с передачи Щедрина в ближний угол забивает и делает счет 8-3. Классно разыграли КСР. Я говорю, вот сюда бы Деньгина, и вообще все красиво было бы, и счет мог бы быть совершенно иным. Но уже ничего не исправить. Ну, как не исправить? Я могу, конечно, например, 5 голов, грубо говоря, сейчас выдуманных дописать КСР. Но, ребят, у нас принцип спортивный, все это, конечно, шутки. И Крюгер 8-4. Вот как раз сейчас будет четвертый гол КСР. Смотрите, вот здесь раз, два, не пожадничал. И Илья Владимиров забивает в ближний угол. Там даже кто-то с бровки хлопает ребятам. Ну и как раз Максай дает сразу финальный свисток. Артем Подмарев, по-моему, это аплодировал. Классно то, что не бросили играть. У КСР все впереди, я уверен. Ребята молодцы, прогрессируют не по дням, а по часам. Лучшие игроки матча указаны, по моему мнению, у вас на экранах. Влад Тамазов с 3+1 здесь больше всех мне запомнится в составе Крюгера. В составе КСР я отметил Дмитрия Якимова с двумя голевыми передачами. Здорово он сыграл. Но здесь могу я выделить его брата Максима. Он тоже провел отличный матч. Успел даже забить до того, как встал в ворота, но потом своей команде помогал уже, соответственно, на заключительном рубеже поля. Закрываем мы этот матч и переходим к Динамо ФК «Ночь».
первая победа «Динамо» в сезоне. Дмитрию Губскому я говорю, Дим, большое спасибо за хромакей, мы тебе его после сезона обязательно отдадим. Соответственно, переходим, давайте к самому матчу. Еще 7 минут и 49 секунд впереди меня ожидают. Составы на ваших экранах. Делаю я здесь небольшую паузу. У ФК «Ночи» все стабильно. Да и у «Динамо» тоже ребята этим составом играют буквально годами уже. Юра Горин, да, здесь еще подключился. Я считаю, что серьезное усиление Юра Горин в составе «Динамо» — это, конечно, сильно. Здесь Максай снова показывает часы, которые он купил на турецком рынке. Всем он их хочет почему-то показать. Никита, вот, лучше бы он в моменте с Лешей Родиным увидел бы взятие ворот рукой, которое засчитывать было нельзя, но все это я шучу, конечно, мы сейчас этот момент обязательно разберем, потому что он уже вызвал ажиотаж в судейском чате, зачем-то Володя, в судейском, почему в судейском, в капитанском, конечно же, зачем Володя его в капитанский чат отправил, я не понимаю, мог спокойно это обсудить самим Максаем, самим, соответственно, Бигзом, Бигз глава КДК у нас, в правобереге. Вот, вызвал этот видос ажиотаж. Давайте, да, раз уж он такое внимание к себе привлек, мы сейчас это обязательно обсудим. Проснулся после ночного перелета и, соответственно, все это прочитал. Давайте сейчас, когда он будет, соответственно, и об этом поговорим. Атака «Динамо». Здесь Павел Иванов, да, здесь не очень хорошо сыграл Володя. Гуцу Саша делает голевую передачу. Соответственно, вперед Паша выводит «Динамо». Аж на 16-й минуте только первый гол был забит. Бенефис Саши Гуцу, да, здесь он дает голевую передачу, мы увидим позже, в 43-й по 46-й минуту. Давайте, соответственно, об этом и поговорим уже тогда, когда это все будет. А что-то я тороплюсь, но потому что все это записывал уже, все это я видел. И, соответственно, знаю, что как и будет. Дима Иванов, здесь передача Артема Подмарева. С носка. Лучший бомбардир, по-моему, дивизиона, да? Я не ошибаюсь точно, потому что я только что смотрел. Лучший бомбардир дивизиона, соответственно, ну, по итогам уже этого тура, да, забивает очередной свой гол. Володя Ильин классно в этом матче, да и в прошлых тоже, кстати, здесь Кыткин выручает и Раугу подстраховал. Вот, Володя, смотрите, весь обзор состоит из того, что Володя закидывает вот эти вот длинные передачи руками через все поле. Этот козырь такой команды, помните, как «Зенит» так несколько чемпионов подряд брал, когда сейчас Артем Корсаков здесь передачу на Юру Горина отдает. «Зенит» играл чемпионство, когда, ну, несколько раз подряд, когда еще Дзюба, Азмун, Лунёв отдал через все поле на Дзюбу, ну, или Киржаков, тот скидывал на Азмуна, и Азмун убегал и в прорыве забивал. Вот что-то похожее демонстрировал ФК «Ночь», но, правда, голов от этого не следовало, и мне кажется, что Володе нужно поискать вратаря на трансферном рынке, обсуждение в главной группе «Правобереги». Здесь, кстати, Дима здорово разобрался с Раугом и в дальний угол прибивал, но не хватило точности. Это брат Серединкова Михаил, если не ошибаюсь, Илья. В составе ФК «Ночей» появился. Серега Шкуркова спрашивал, соответственно, у Миши, почему он не взял его в свою команду. Я так и не помню, что ответил Миша. Ну, в Крюгере я имею в виду. Поэтому у него это потом обязательно спрошу. Может, Миша в комментариях напишет. Я знаю, что он обзор смотрит. Здесь сумасшедший промах игрока ФК «Ночей». Здесь счет мог стать, соответственно, 3-3 и 2-2, прошу прощения. И, соответственно, как игрок «Ночей» не попал, это, ну, промах тура, я считаю. Так вот, здесь Дима Иванов все-таки спустя какое-то время делает еще 2-2. Извиняется здесь перед... сейчас скажу тоже. Не запомнил еще пока. Владов. Это Владов. Перед Владовым извиняется. Здесь зацепил его, когда забивал гол. Конечно же, сделал это не специально. Дима извинился. Молодец. Респект и уважуха. И вот этот самый момент. Смотрим. В прекрасной форме Исландии. Леша Родин. Не признается, демонстративно так эту сразу руку убирает и просто, причем не левой рукой, да, правой рукой в волейбольном стиле. И ведь смотрите, какой жук. Не признался. А ведь джентльмен Леша всегда свой для меня и не признался. С другой стороны, судья засчитывает гол. Он не обязан признаваться после этого.
Здесь давайте на небольшую паузу, да, комментарий просто от себя небольшой дам, потому что здесь первый гол Володи Ильина в лиге. Не обязан признаваться, Леша, безусловно. Но и у Макса был ракурс, ну, невозможно было увидеть с той позиции. У нас не два судьи, не три судьи. А все разговоры о варе. Ребят, вар — это огромное количество времени. У нас и так задержки каждый раз по 10-15 минут. Разговоры о варе, но они просто в мини-футболе, в любительском. Ну, это смешно, ребят. Ну не будет вара, очевидно. Потому что не то, чтобы даже технически это нельзя позволить. Это займет огромное количество времени. И вы будете, не зная правил, каждый раз кричать, что давайте смотреть, ушел ли там мяч в аут, и давайте смотреть вар. Нет, это так не работает. У нас один судья на бровке. Из того обзора, ну, как бы невозможно каждый раз выбирать правильный обзор. Невозможно одному судье. И я не оправдываю ни в коем случае как бы Никиту. Не так, что вот я как работник лиги другого работника оправдываю. Я просто исключительно свое мнение, да, несмотря на то, что Максай мой друг, я здесь высказываю. Ну, с того ракурса невозможно было видеть, чем забивал Леша. И всегда перестрахуются судьи, например, да, когда вот гол. Хотя, опять же, тут не в пользу Макса я говорю, потому что недавно он засчитал гол Леони Пригожева, который мяч не пересек лицевую линию, соответственно, ворот. Вот, всегда судьи перестраховываются. И здесь засчитал мяч Никита. Повторюсь, того ракурса было невозможно увидеть. Повлиял ли он на исход игры? Ну, конечно, вполне возможно повлиял. Вполне возможно, учитывая, что команду вывел вперед Леша. Но, не оправдывая Никиту, я скажу, что все-таки не этот момент стал ключевым в матче. Никита свою ошибку признал, все Володе объяснил. И мне кажется, что, ну, скидывать это в капитанский чат, ну, нет, как обсуждение, пожалуйста. Но вот говорить тем самым, что ты хочешь, соответственно, прогрессировать в лиге. Ну, Володь, у нас ребят, которые хотели лигу улучшать, соответственно, их было огромное количество. Они всегда приходили с амбициями, всегда приходили с каким-то сумасшедшим настроем. А потом 90% из них вдруг утихало, соответственно, и они уже не были так готовы, соответственно, работать на улучшение лиги. Мы, безусловно, ценим то, что ты всегда даешь обратную связь, то, что ты делаешь, соответственно, для лиги и для ФК Ночи. Мы всегда это отмечаем, ты сам это заметил. Вот. Но поэтому тут как бы Максай ошибся в любом случае, но прошу его строго не судить. И, соответственно, переходим мы к тому, что непосредственно сам Володя забивает первый гол в лиге, 18-й в своей игре. Я напомню, что забил в 15-й игре, поэтому здесь я Володю обогнал. Тогда, когда я забил первый гол, Дима Левданский просто написал, что Коля забил гол примерно так, а здесь я хочу вот упор сделать на том, что Володя забил первый гол. Это классное событие, я считаю. И Володю с этим голом поздравляю. Но, опять же, повторюсь, что Володе надо найти вратаря на трансферном рынке. Потому что здесь неудачно сыграл. Здесь Саша Гуцу промчался по флангу. Здесь Артем Подмарев. Давайте я здесь на наличие передачи посмотрю, потому что... Да, нет, здесь все. Саша Гуцу здесь, соответственно, забивает четвертый гол Динамо. Ну, не получится у нас обзор короче, мне кажется, потому что вот сейчас я такой, да, небольшой спич про судейство сказал. Здесь Артем Подмарев изменяется перед Сашей Гуцу, то, что задел его, да, толкнул в спину, здесь пытался предотвратить он гол. Классная обложка получилась, да, где жмет руку Артем, потом Саша. Саша делает счет 4-3, и вот, соответственно, здесь сейчас момент будет, где Динамо забивает свой пятый гол. Вот такая зачерная атака. Пас Гуцу на Иванова. Иванов обратно на Гуцу. И вот здесь вот, ну, сами все видели. В общем, какой гол Динамо забили. Поэтому я думаю, что без квалифицированного вратаря тяжеловато будет Ночи. Гуцу забивает свой второй гол. Делает счет 5-3. И, соответственно, Саша забьет еще буквально через полторы минуты свой шестой гол в этой игре, которая уже, по-моему, окончательно снимет вопрос о победителе, а потом просто Динамо доведет еще дело до двух голов и победит со счетом 8-3. Кыткин здесь классную передачу отдает, и здесь в противоход Ильину отправляет Саша Гуцу мяч в ворота. Мне кажется, здесь просто нужно было выйти чуть-чуть из ворот и ждать просто то, что сделает Гуцу. Гуцу, мне кажется, увидел, что Володя выходит из ворот, и уже поэтому отправляю его в сетку. Вот, ну, судить не берусь, в любом случае, за вратарские какие-то огрехи. Поэтому я думаю, что сами ребята разберутся. 6-3. Вот здесь классный момент Илья имел. Киткин спас. И ошибка Володи, неудачный вынос. Горин
Здесь пробивал в дальний угол, но здесь Володя отлично сыграл. Но тут вот такой курьезный момент еще был. И, соответственно, еще два гола у нас у Динамо остается. По-моему, как раз сейчас они будут забиты. Горин здесь отдает передачу на Подмарева. Подмарева здесь отдает передачу на Костю. Костя обычно такие моменты реализовывает. Но здесь реализация подвела. Потрясающий футбол Умбра. Я уже отмечал ее в стиле 2000-х в АПЛ. И здесь Артем Корсаков классно по флангу прорывается. Отдает передачу на Владова. Владов на Горина, Горин на Корсакова. Прекрасная многоходовочка. Здесь Юра отдает голевую передачу на Артема. Артема я отмечал еще в дивизионе Болтовского. Такой один из самых недооцененных форвардов лиги, я считаю. Много забивает. Ну, может быть, потому что по вторым лигам всегда играл, и как бы просто его не знают где-то повыше. Но Артем классный форвард. Ребята, присмотритесь к молодому и перспективному. И восьмой гол от своих ворот, пустые ворота через все поле. Юра мне написал зачем-то в комментариях, что у него три голевые передачи. Где он насчитал три голевые передачи, я не знаю. Но вы сами со мной только что видели обзор у Юры. 1+2. Юра, кстати, тут неплохой матч провел, поэтому респект. 8-3, победа Динамо, первая в сезоне. Переходим мы к протоколу. Здесь я выделил в составе ФК Ночи Артема Подворева, да, просто кто-то выделил Смирнова, и я просто на секундочку подумал, а почему я выделил Смирнова, но нет, я выделил именно Подмарева, а звездочка стоит из-за того, что Смирнова выделили лучшим, но я думаю, что кто-то из состава Ночи, может быть, даже Ваоре как раз отметил ее, и в составе здесь Динамо безоговорочно Гуцу Саша перевернул игру и первую победу Динамо в сезоне с помощью своих партнеров подарил. И заключительный матч тура. Заключительный матч тура. Детали ремонта «Бешеные псы». Да, ребята, вы не ошиблись. Они снова играют ничью. Свора Сергея Шкурко играет в пятый раз из шести игр в ничью. В это сложно поверить, но невыдуманная история, о которых невозможно молчать. Действительно, здесь это факт. В пятый раз в шести играх Динамо. Почему Динамо? Динамо были в прошлом матче. «Бешеные псы» играют ничью. Дмитрий Герасимов выводит на поле с капитанской повязкой свою команду. К сожалению, он забьет первый гол в этой игре. Почему, к сожалению? Потому что в свои ворота он будет. Вот буквально сейчас. Здесь банально пытался предотвратить полет Пятнистого. Он, соответственно, опасность предотвратить у своих ворот. И в этих попытках срезал мяч в свои ворота. Но, как мы знаем, команда не проиграла, даже несмотря на этот обидный, досадный автогол. Андрей Голубев, легенда Энгри Туртлес и веселого поселка. Именно там Сергей Шкурко познакомился с Андреем. Потом они работали вместе в одной конторе. Именно так Андрей Голубев после небольшого перерыва в лиге вернулся в футбол. Я надеюсь видеть его чаще. Отличный игрок. Если вы хотите поближе с ним познакомиться, перейдите на его профиль на сайте и посмотрите его лучшие голы. Там несколько раз, по-моему, он, ну, по-моему, неоднократно он выиграл награду лучший гол сезона. Сумасшедшие голы там абсолютно. А его шедевры в правобережных архивах хранятся особо бережно. Здесь Тарабукин, да, пока я про Андрея рассказывал, Тарабукин здесь отлично открылся, мяч корпусом укрыл, развернулся и с левой ноги после передачи Ромы Степашова отправил мяч в ворота. Второй гол детали ремонта, соответственно, 2-0 на 8-й минуте. Вот такое начало неудачное для «Бешеных псов», но здесь правобережный Давид Уис мог, кстати, один отыгрывать, но он сделает это немного позже. Вот Витя Мудренко здесь, герой прошлого тура, между прочим, с хет-триком, мог забивать, но не удалось. Вот, по-моему, сейчас как раз будет. Да, здесь Витя апеллировал и просил. Ну, здесь, кстати, а бывали здесь желтые Лео Пригожи, потому что откровенно Витю он сбил. Давайте посмотрим. Нет, нет, желтые Лео Пригожему не было. Странно. Ну, жестко, жестко здесь, конечно, Лео сыграл. Обычно Лео так не играет. Илья Савенков, я думаю, просто от излишнего желания, не от попытки, конечно же, сбить Витю. Илья Савенков здесь после передачи Вити Мудренко поражает дальний угол. И, соответственно, вот-вот у нас начнется второй тайм. Ну вот, еще у Ромы Степашова был прекрасный момент, и он его не реализовал, к сожалению, для него. Попал в перекладину, а так мог, ну, доводить до 3-1, и во втором тайме было бы легче деталям, но, соответственно, этого не случилось, и сейчас вот здесь Илья Грустливый.
Илья Грустиев сейчас в каждом матче забивает, правда, в этом не забил. После 9-матчевой затяжной сухой серии дебютной в лиге он забивает, классно играет. И вот здесь мог просто головой классный гол забивать. Но Андрей Голубев, да, легенда Ингрид Уртлис и Веселого поселка, с передачи Карагаева, до заявленного Карагаева перед игрой, ближний угол Варнюка поражает. Женя, мне кажется, рано сместился, переложил вес и обратно просто это сделать уже не успел. Вот, и были моменты и у Бешеных Псов. Кстати, как будто во втором тайме даже больше, чем у Деталей Ремонта. Были моменты и у Деталей Ремонта, которые мы сейчас, соответственно, увидим. Вот здесь Женя, вот отличный сейв здесь среагировал. Ну, Женя вообще один из двух моих любимых вратарей в лиге, поэтому здорово Женя играет, а что самое главное для вратаря, стабильно. Вот Рома Степашов в очередной свой момент не реализовал. И сейчас одну из атак Бешеных Псов мы сможем наблюдать. Один на один здесь буквально Андрей Голубев вышел, но Женя Воронюк спас команду. Тут уже детали в атаке. Смотрим мы, как развиваются события. Тоже суматоха, сумбур и анархия близ штрафной Бешеных Псов. Но матч на этом заканчивается 2-2. Повторюсь, ничья для Бешеных Псов, которая, пожалуй, идет им в плюс, потому что отняли очки у одного из лидеров. И, соответственно, в минус Деталям Ремонта, потому что даже сами игроки, по-моему, Петя Штоков это был, если не ошибаюсь, после игры говорили, как выиграть чемпионство, если мы, соответственно, не можем победить. Лучшим в составе Бешеных Псов я выделил как раз именно Андрея Голубева. И в составе Деталей Ремонта Рома Степашова. Много моментов имел Рома, много не реализовал, но вот так вот авансом я даю именно ему звание лучшего игрока этого матча. И давайте приходить, соответственно, к итогам. Достаточно быстро и бодро получилось. Здесь, к сожалению, дисквалификации по итогам шестого тура еще не обновил. Ребята, сейчас, как только закончу обзор, обязательно это сделаю. Бодро получилось и быстро, мне кажется, да? Напишите свое мнение в комментариях. Я знаю, что 2 лайка будет и 0 комментариев, но Дима Губский точно напишет. Вот поэтому, Дим, напиши, значит, мне свой комментарий. И, пожалуйста, скажи мне вот в первом... При первой попытке записи видеоподкаста я, значит, просил тебя оставить в комментариях мнение твое насчет того, на что претендует Динамо в этом сезоне. Вот, поэтому сейчас, я надеюсь, звук работает. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Смотрим мы статистику, да. Лучший бомбардир Дима Иванов с Лео Пригожим по 9 мячей. Дима Иванов впереди из-за того, что на 2 матча меньше сыграл. Соответственно, здесь Регачный, Пугач, Собачев, Карпук, Костя. Ну, там, получается, мы записали еще один гол на Костю Карпука, да. Я его еще не исправил. И, соответственно, у Кости тоже 9. Вот, знаете, что вот по 3 человека с 9 голами. Сейчас я это обязательно после эфира сразу же исправлю. По передачам здесь 10 у Соколова, 9 у Штокова, 8 у Пригожева. Тоже все очень плотно. И по гол плюс пас. На первом месте здесь Лео Пригожий. На втором Петя Штоков. И на третьем Артем Набок или Набок. Мы до сих пор не выяснили. Артем, пожалуйста, если вдруг смотришь, напиши. Или Денис Корольков. Я думаю, что тоже будет смотреть. Дэн, пожалуйста, в комментарии переходи и пиши. Давайте здесь вот до этого я не делал. При первой попытке. А сейчас хочу посмотреть, кто будет сразу играть после перерыва. Двухнедельного. Крюгер, Детали Ремонта, отличная встреча. Регион Хаус-Рой, Бешеные Псы. Эленс Поп. Хорошо, хорошо, тогда об этом уже в превью, да, на этом сейчас зацикливаться точно не будем. Очень интересно мне, насколько получилось видео короче, чем в первый раз, но учитывая, что я здесь еще спич немножко добавил про судейство. Вот, давайте финальные штрихи. 5 побед у Крюгера и одна ничья, команда остается непобедимой. Ровно так же, как и Поп. 2 команды у нас еще не знают поражения в этом сезоне. По 16 очков, здесь из-за лучшей разницы Крюгера и, соответственно, они идут на первом месте. В 8-м или в 9-м туре, вот точно не помню, помню, что либо в 8-м, либо в 9-м, команды будут между собой играть. Очная встреча 1-го и 2-го места, я думаю, что будет очень интересно. Детали Ремонта 13 очков, да, на 3 очка уже отстают. Регион Хаустрой тоже отстает, но не сильно, 4 очка до 1-го места. Я думаю, что регион... спокойно абсолютно продолжит борьбу за топ-3. Альянс уже здесь, вот уже большой отрыв, да, 6 очков до 5 места. И, соответственно, ну, такая большая четверка у нас уже нарисовалась, а там уже дальше будем смотреть, кто из них продолжит борьбу за титул. А во второй
части турнирной таблицы с 5 по 9 место. Смотрите, здесь 2 очка, да, всего от 9 до 5 места. Здесь все может поменяться еще миллион раз, да, точно, в общем-то, так же, как и в топ-4. И ночью здесь, да, на последнем месте с 2 очками, к сожалению, больше всех пропускают. Аж 58 голов за 6 встреч, ну, очень много. Но здесь, правда, еще те самые 14 мячей от Поба в первом туре были. Вот, поэтому надеюсь, что команда подправит эту статистику. Бронепоезд, к сожалению, не смог сыграть так же уверенно, как в прошлом туре, и проигрывает с 4 очками, занимает 9 место. Ну вот Динамо благодаря победе поднялись на 8-ю строчку и ушли на новогодние каникулы в статусе победителя своей игры. От КСР тоже жду большего. Красиво у них так, симметрично здесь матчи идут, точно так же, как и у регион Хаустроя. Вот, поэтому надеюсь, КСР добавят, у них есть амбиции, у них есть, что самое главное, еще куда расти. Вот, поэтому тоже жду от ребят прогресс. Ну и Бешеные Псы на 6-й строчке с 4 ничьями подряд. Потрясающе. Серега, тебе, кстати, большой привет, знаю, ты точно смотришь. Ну и все, и на этом мы будем закругляться. Ребята, все, что хотел сказать, сказал. Все, что забыл сказать, но потом вспомню, обязательно напишу в комментариях. Надеюсь, что вам понравился обзор. Мне, например, очень понравилась вторая попытка, потому что в первой у меня были паузы, были какие-то ошибочки, помарочки. Сейчас, мне кажется, получилось гораздо бодрее, вроде получилось гораздо динамичнее, чего я и добивался, в общем, над ораторским своим мастерством. Ну, до мастерства там еще как до Китая пешком. Я обязательно буду работать, пока что у меня лучше писать получается, чем говорить, но обязательно над этим аспектом я буду работать. Огромное спасибо вам за донаты. Бикс купил микрофон, да, как я и говорил, или не говорил, или я это говорил при первом видеообзоре, в котором мне записался звук. По-моему, я в этот раз уже говорил. Бикс купил микрофон. Следующий тур, обзор, по-моему, я это говорил в середине обзора, уже будет как раз на новый микрофон. Бигзу я, соответственно, из Башкирии передаю большой привет. Вот. И Диме Губскому большое спасибо за хромакей до конца сезона. Вот, ребят, мы вас... В общем-то, вам дали возможность помочь нам с технической частью, если вам это нужно. А вы показали свою заинтересованность. Это так и работает. Это прекрасно, ребят. Огромное вам еще раз спасибо за то, что обновили нам техническую составляющую. Дальше мы тогда просто перейдем на формат, если вы вдруг хотите отблагодарить ответственного, то есть непосредственно меня, там просто закинуть там небольшую монетку, монетам на чай с плюшками, там на кофе или на какие-то еще сладости, то просто, соответственно, я буду оставлять реквизиты. Все остальное дело за вами. Это дело не принудительное абсолютно. Я, как вам уже несколько раз говорил, все, я не буду затягивать, я буду прощаться. Ребят, всех с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Вам я желаю успехов не только в футбольной составляющей, но и успехов, в принципе, вам по жизни в новом году. Здоровья обязательно вам и вашим близким, большого счастья. Пусть ваши поставленные цели на Новый год обязательно исполнятся, а мечты в новом году сбудутся. С вами был у микрофона традиционно Коля Дмитриев. Еще раз вас всех с праздниками. Каждого из вас обнимаю и, соответственно, до скорых встреч.